Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов. Комитет Нижней Палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на список одобренных и отклоненных поправок. Отмечается, что одобрено из них 45, а отклонено 42. По информации издания, среди учтенных поправок оказались три инициативы от КПРФ. Запрет депутатам иметь имущество за рубежом, их супругам и несовершеннолетним детям, проживать не на территории Российской Федерации и аналогичное обязательство для сенаторов. По информации издания, к учтенным поправкам относятся те, которые не одобрены, но имеют другие поправки, близкие к ним по смыслу. Так, статус «принять» есть у поправки, в которой не сказано о запрете детям и супругам парламентариев постоянно проживать за границей. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!